Как ты это делаешь? Гитарист все, сотового завязан. Уровня. Вот это как медом. Помоги нам, а то будет поздно. Спасибо, друг. Ох, мы ими вломим. Давай, показывай, где там твои мутанты. Сейчас им пару свинцовых органов-то соорудим. Спасибо, мужик. Загляни на нашу базу. Там тебе награда достойная найдется. Окей, я как раз к ней иду. Она вот тут в 5 шагах находится. Дружище, тут монстров с ума сойти. Выручай. Капец, я даже до торговца дойти не успел, и они уже во что-то вляпались. Не отвлекай меня по пустякам! Занят я! Что, Ашот? Слышишь, тебе надо, не мне, да? Ты шевели копытами! Ну ты и мудил! Все равно ведь нифига не делаешь! Слушай, а не пошел бы ты! Кончай трындеть, ядрёна вож! Превратили, понимаешь, базу в восточный базар! Какой интересный лагерь! Спасибо, что пришел! Нас зажали у входа слишком плотный огонь! Помоги снять наемников! Граната тебе в банк! Не ссы, ща посеем среди них панику. О, кричит, значит живой. На крыше чисто. Продвигаемся вперед. Попробуем удержать их во дворе. А ты, наемник, давай через здание. Решили все на меня скинуть. Неплохой ход. Ладно, зачищу я ваше здание. Ты откуда тут взялся? Со двора пришел? Мои псевдопомощники тут не справились, что ли? Кажется, я начинаю понимать, почему они с тобой не справились. Ты чё такой бессмертный? Давай иди обратно в свой двор. А я пойду поговорю с товарищем, который кемперит за стенкой. Опять этот бессмертный идет. Кто ты? Свобода. Блин. Как я своего союзника-то заагрил? Так, ладно, с тобой потом разберемся. Будем решать проблемы по мере поступления. Вот этот неуязвимый говнюк. Ну и давай. Челик из тени Чернобыля. Здорово. Да, граната! Ладно, я и соло могу эту миссию завершить. Все равно сейчас отыщем. А я тебя гранатой. Я гляньте, гранат. Да гребаная заклинила, блин. Да ты заколебал заклиниваться, говно. А, почему я не удивлен? Наш отряд как раз туда направляется. Держись с ребятами, целее будешь. Ну, а чё целее будешь? У вас чё тут какой-то напряг с мутантами? Готовьте деньги, я решу проблему. Чё, мужики, погнали к лагерю? По пути заодно мне можете рассказать, какие у вас тут проблемы на локации. Я обещаю не обещать, что помогу. Опа. Что шумело-то? Справа. Неужели опять? Слева. Что за херня? Вот он где! У меня-то зачем стрелять, дебилы? Вот, насос! Он его просто спиздил! У вас тут так каждый день, да? Чё-то мне не нравится эта подозрительная тишина. А еще мне не нравится вот этот счетчик, который показывает, что помимо меня тут кто-то есть еще. А вот где вы, говнюки, прячетесь.
Ага, хитрецы решили мне тут засаду устроить. Я на такие штуки не попадаюсь. Там что-то было про гранату. Внимание, все в укрытие, приближается выброс. Надо искать нычку. Слушайте, мужики, вы где-нибудь спрятались, тут как бы выброс намечается. Тут сталкерские астрологи советуют укрытие найти. Как думаете, это пойдет за укрытие? А, мужики? Согласен, надо найти что-нибудь получше. Чё-то у меня в глазах все потемнело. Все, выбор закончился, да? Ладно, тогда я побегу дальше по делам. Эй, а чё вдруг лагерь опустел? Почему мой счетчик показывает ноль? Где все люди, эй? Чё за фигня тут происходит? Дождаться окончания выброса. А, так выброс еще не закончился, что ли? Блин, у вас тут на базе есть где заныкаться-то? Какой-нибудь бункер, подвальчик, я не знаю. Ладно, сейчас узнаем, выдержит ли этот выброс крыша. Чё за... Научите меня так же прятаться, пацаны. Ну и в заваруху мы вляпались. Значит, смотри. Смотрю. На балконе, в доме слева, пулеметная точка. Ага. Садит так, что... Да я уже начал. Дач, пулеметчику я сидит вот там, где сверкает. Да я ему устрою сюрприз. Бля! Ха, меня одной гранатой не взять. Бля, слишком много возгласов. Походу я труп. Офигели в меня гранаты кидать, я вас сейчас сам гранатами задудосю. Где все эти 7 ФКшников сидят? Блин, он тупо стоял или мне показалось? Серьезно? Они тупо стоят. Глушитель — самое мощное оружие в этой игре. Хоть кто-то откликнулся. Слушай, на той стороне зала засели снайпер и пулеметчик. Не дают высунуться. Я попытаюсь снять его. Ща все сделаю. Блин, кто тут костер поставил? Мать, еще у одного нервы не выдержали. Наемник, помоги снять снайпера, иначе мы тут все поляжем. Мы отвлечем пулеметчика на себя, чтобы ты успел пробежать вперед. Ой, да че вы все такие паникеры-то? Пошел! Все, нету пулеметчика. Все, нету снайпера. Наши проблемы, даже проблемы не звонили. Ты чё там, во временную аномалию попал, я уже с ним разобрался. Или он неожиданно ожил? Хоба. Да вроде нет. Молодец, так держать. Да не, просто у командира мультики в голове играют. А следующий фрагмент я хочу посвятить своему пистолету, который на протяжении 5 минут постоянно заклинивал. Пятьдесят восемь раз эта скотина заклинила. А-а-а! Мне нужно сбить пси-защиту стрелка, да? Блин, он тупо стоит на месте. Пси-защита стрелка под... Это самый легкий босс-файт, который у меня был. И всем спасибо за просмотр. Видео по сталкеру «Чистое небо» подошло к концу, и следующим будет «Сталкер Зов Припяти». Да, меня так сильно затянул сталкер, что я решил пройти все 3 части подряд. Ну а после сталкера уже, соответственно, будет что-нибудь другое. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Здесь был Романидзе, увидимся в следующем видео.